Есть один вариант, как спасти нашу газету. Нужно поднять тираж, срочно! Помните, кто такая Анна Рябинина? Конечно. Хорошая актриса, очень красивая. В конце 90-х уехала в Америку. Прикинь, она вернулась! Только секрет! Что-то она шифруется. А ты меня вспоминал? Да я и не забывал. Ты говорила, что тебе вот этого всего не надо. В общем, теперь нужно найти молодого парня. Это твоя новая возлюбленная. Это все из-за него, чтобы ему помочь. Ты вместо меня становишься главным редактором. Саша Лень признался, что у вас с ним любовная связь. Это началось в Америке или уже здесь, в России? Саша не мог этого сказать. У нас с ним ничего нет и не может быть. Ну ты гений, гений! Я уже отвык от тебя. Всего за 13 лет? Ну что ты за человек? Не пробовал серьезно с людьми разговаривать? Пробовал, не получается. Я не человек, я актриса. Не могу я так, как вы, жить все. Кажется, ты заигрался. Но я все равно это сделаю. Если ты сделаешь ей больно, я тебя убью. Между нами все кончено. Нужна операция срочно. Ты знала? Боялась узнать. У тебя жена рожает. Я люблю тебя, Ань. Вот и я тоже всю жизнь любила только одного человека.